Да, наконец-то дождались же Евробаскета. Было очень тяжелых полтора месяца работы вместе, плодотворных работ. Я думаю, что сейчас пришло время показать, на что мы готовы, как мы подготовились к этому чемпионату. В команде все нормально, праздничное настроение, можно так сказать, потому что все ждут реально этого события, потому что оно происходит там раз в два года. И не так уже, мы очень давно не попадали на финал, на финальную часть, поэтому все в ожидании. Единственное параллель то, что мы играли с Россией первую игру. А в основном формат турнира немножко изменился. И как лично для меня уже, как бы, я смотрю на это с немножко другими глазами. Тогда я еще был как бы так, как бы что-то боялся, опасался. Допустим, сейчас я уже как бы опытный игрок. Я просто жду этого момента, когда он начнется, потому что уже нет терпения, как бы выйти на площадку, показать что-нибудь. Поэтому как бы, единственное параллель то, что мы начинаем с России. А так, в принципе, как бы это опять разные турниры. Как бы. Каждый турнир как бы важно по-своему, и все как бы интереснее, как бы связывать нельзя. Но единственное, Евробаскет, да, но другой формат, другая группа, другие задачи, как бы. Поэтому, вернее, как бы задача одна — выйти из группы, но больше команд, как бы, и там разные варианты, нюансы, поэтому будем бороться только за выход. Я не сказал бы, что я там эти травмы, все что-то, никаких особо травм не было, просто говорю, что были какие-то усталость после тяжелого сезона прошлого, там где-то дал себе отдыхать, где-то тренера дали отдохнуть, как бы так. Все нормально со здоровьем, у меня все нормально с кондициями, я думаю, проблем не будет. Буду выполнять свою роль на площадке, я думаю, буду ее выполнять качественно. It went by quickly, when you realize that we've had 42 practices since the first day that we met. I'm very excited, coaches are very excited, the team is very excited. That we will finally be able to play tomorrow night in the European Championship. So the time flies by. In the beginning, it looks like a long journey. When you get into it, all of a sudden, the days go by, and here you are. I thought the preparation from the players was excellent. They worked very hard, and now it's just a matter of you have to go play the game and execute all the stuff that you worked on. And becomes hard against good teams, but nobody said it was going to be easy. We have a meeting tonight where we have to turn in our list, and I will go back now. I will talk to Sasha Volkov, Sasha Larin, and the coaching staff, and make an agreement, you know, that everybody's satisfied with the same situation. And then tonight at the meeting, I think it's 8 o'clock tonight, we have to turn it in. I think our team is capable of winning against any one of the teams in our tournament, you know, our 16 bracket. We're capable of beating them. If we play 40 minutes like we did against Germany, like we did for so much of the game against Turkey, like we did so much of the game against New Zealand, we can beat anybody in the tournament. But it's doing it for 40 minutes. That's the whole thing. You can't stop after 20, you can't stop after 30. You're going to have to do it for 40 minutes. So that's what I'm looking for.